Иван Ступак, военный аналитик, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004-2015 годах, присоединяется к нашему эфиру. Иван, рады видеть в эфире телеканала. Добрый день. А есть с нами, да, связь? Потому что вот мы видим... Да, все есть, вот, я прошу прощения с моей стороны. Да, Иван, я зайду, знаете, на разговор с вами с такого общего вопроса, но, как по мне, он, ну, скорее всего, как бы будет и, скажем так, распределять усилия и решения, которые уже в этом году будут принимать на уровне разных стран, да, и в том числе представителей Европейского Союза и представителей стран НАТО. Иван, как вы считаете, вот то ощущение опасности со стороны Российской Федерации, да, вот как оно сейчас, на каком уровне, да, сильно, не совсем, или все зависит от того, какие связи то или иное государство имело до начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Вот давайте с вами об этом поговорим, чтобы мы понимали, потому что угрозы все понимают, скорее всего, да, видят, вот, но тут же вопрос в том, а как, вот это далеко или вот это рядом, это вот буквально завтра, послезавтра, не дай боже, что-то произойдет. Так, смотрите, ну вот мое внутреннее ощущение, я вижу, что в конце 23-го года пришло понимание в страны Западной Европы, что надо готовиться, как бы 22-й, да, мы все понимаем, было видение такое, была какая-то такая призрачная надежда, что ну, все сейчас, в 22-м, где-то к декабрю закончится, нет, в октябре пошла гибридная, частичная мобилизация Российской Федерации, пошли зэки, пошли разного рода там, контингенты, частные военные компании разнообразнейшие. И вот к концу 23-го года вот у стран Западной Европы сложилось все-таки мнение, что нет, вот не получится договориться. Если раньше считалось, что если всем вкусно, все зарабатывают бизнес, там кто-то продает ресурсы, кто-то покупает предметы роскоши, всем классно. Нет, вот вышло, к сожалению, на первый план какая-то имперскость, какие-то амбиции. Это не только про Российскую Федерацию. Это вот Иран, это Северная Корея, это какие-то старые обиды. Вот давайте достанем этот лобзик войны. И вот, к сожалению, вот только к концу 23 года начали понимать. И вот я слышу по риторике, для меня очень показательно, Борис Писториус. Казалось бы, Германия очень взвешенная, равноудаленная. Там начали понимать. Борис Писториус, министр обороны Германии, говорит, нам нужно вкладывать деньги в оборону, чтобы не было поздно. Нужно вкладывать уже сейчас, чтобы через 5-6 лет быть готовым, потому что если придет беда, мы будем не готовы. Украина не так далеко, как бы нам хотелось. Да, если посмотреть на сухопутную карту, казалось бы, ой, где там та Авдеевка, пока они дойдут до речки Днепр, пока на Киев, пока Карпаты, там еще Польша, до нас еще идти. Есть же Балтика, есть Калининград. Не нужно это забывать. И вот газета «Бильд», она правильно нарисовала эти все потенциальные сценарии, чтобы как-то отрезвить Западную Европу. Я вижу, что вот это начинает работать. Иван, ну, возможно, это пройдет сегодня красной линией через весь наш эфир. Мы начали с Николая Маламужа. И вот вам такой же вопрос задаю. Рисуют европейцы, натовцы перспективу, там, как вы говорите, 3-4-5 лет, опасность, да, никуда не уйдет, и нужно готовиться к серьезной обороне. Да дайте нам больше оружия, мы все сделаем за вас. Сейчас вот есть такое ощущение, что в начале года европейцы начали это осознавать, сейчас целая волна пошла. Но почему бы эту волну не увеличить в разы? Ну, это все зависит от понимания внутренними политиками. Потому что военный, я много раз говорил, военный украинский поймет пуэрториканского, не знаю, мексиканского, американского. Вот они на своем на птичьем, они умеют говорить. Это точно так же, как вот вы, коллеги-журналистов своих других стран, поймете. Вот поймете, о чем они говорят, потому что у вас там одна сфера интересов. Но над военными есть политики, которые принимают решения. К сожалению, в критической ситуации, в стрессовой ситуации, демократия — это якорь, к сожалению, это якорь. Автократические режимы выигрывают, потому что они быстро принимают решения. Да, они обрезают другие финансирования, плевать хотели на свое население, но на обороноспособность денег не жалеют, на репрессивный аппарат денег не жалеют. В демократических режимах трудно, тяжело, пока проголосуют, пока убедятся, пока все в этом, знаете, в Бундестаг, какой-то местный парламент, Сейм, что угодно, пока они все это поймут, к сожалению, проходит время. Но вот сейчас хорошие новости из Франции, что Франция будет увеличивать поставки «Цезаря». По-моему, шел разговор 50 штук, более 50 штук в этом году передать. 6 уже прошло,
будет под полсотни. Ракеты, вернее, планирующие бомбы, 50, по 50 в месяц будут нам передавать. Ракеты «Скальп», класс, супер, по-моему, 40 штук. То есть очень неплохо, очень здорово, но хотелось бы, чтобы интенсивность увеличилась. «Таурусы», к сожалению, не передают. Было голосование негативное, но, насколько я знаю, это была какая-то отдельная инициатива парламентариев, не такой неконсолидированный вопрос, поэтому он был отбит, и вот, судя по всему, будет повторное голосование, но уже такое более предметное, более конструктивное, и я очень рассчитываю, что оно будет позитивным для нас. Мы не рассчитываем на сотни-сотни «Таурусов», возможно, будет счет идти на несколько десятков, условно 20-30, но тем не менее это будет очень неплохое подспорье нам. Да, Иван, смотрите, вот мой коллега Валерий Клименко, он уже вспомнил, да, разговор сегодняшний с Николаем Маломужем. Мы к нему еще вернемся, но просто, знаете, вот вы сказали «Таруса», я как-то увидел, как их передачу, да, возможную, и характеристики были там вот Скобеева, там вот это Скобеев, и же с ней и так далее. И вот как-то унылые у них лица были, знаете, когда они обсуждали возможное применение, и как там, дальность поражения цели там до 500 километров. И как-то вот так, знаете, лицо было унылее, чем у самого Лаврова, когда он там отвечал на вопросы по поводу итогов так называемой российской дипломатии в 2023 году. Но смотрите, возвращаясь к предоставлению вооружений Украине, да, вот именно если мы говорим об оказании такой помощи, то именно сейчас, да, мы говорим об этой потребности, вот если мы все получим, то это будет означать перспективу победы не только Украины, но в целом освобождения наших территорий, но и снятие угрозы российской агрессии в целом для Европы. Да, такое мнение в эфире Freedom высказал Николай Маломуж, генерал армии Украины, ну, руководитель службы внешней разведки в 2005-2010 годах. Усиление сил обороны сэкономит странам Европы не только бюджеты, но и поможет предотвратить трагедии, связанные с войной, отметил он. Давайте услышим его позицию, да, в развернутом таком виде и продолжим с вами беседу. Поэтому и европейцам, которые осознают, и американцам, которые тоже предполагается угроза, если ядерная, никуда не денется, и китайцы в том числе. Поэтому должны подумать, кому помогать, и как быстро, и как снять это напряжение, чтобы самим же не постраждать. Вопрос должен стоять о них тоже самое. Кроме помощи нам, о которой мы говорим, что мы защищаем их, и они защищают сами себя. Это очень важная формула, и постепенно они к этому подходят. Поэтому и Сунак пришел с пакетом 3 миллиарда долларов, и, конечно, Шольц 8 миллиардов, и новые средства различных типов. Сейчас нужно решить, конечно, по Таурусам. Это будет очень важнейшая составляющая наряду с F-16. И, конечно, Макрон, который понимает, что проигрыш какой-то на поле боя в Украине – это явная угроза. И тогда уже нужно будет не давать по десяткам, там, сказать, типов, сказать, Ти, например, или там управляемых бомб, или, как он там сказал, Цезарь. А нужно было задействовать всю мощь, сотни-сотни различных типов вооружения, и тем более воевать. Поэтому сейчас вырисовывается новая модель Европы, защитить себя за счет именно поддержки Украины. Иван, ну смотрите, вот мы называем, ну не мы, да, вот, называют разные сроки, когда может произойти. Кто-то думает там 20-летними какими-то сроками, кто-то говорит 2, 3, 4, 5, но тут вопрос, да, вот и Николай Маломуж говорит о том, ребята, да не надо ждать. Да, надо российскую угрозу ликвидировать уже сейчас. Но вот по вашему мнению, если оперировать даже цифрами, да, то насколько это будет, да, вот понятнее для избирателей, для политиков европейских, да, американских, что по сути, как Дэвид Кэмерон, да, глава Министерства иностранных дел Великобритании, говорит, что 10% вооруженного бюджета Соединенных Штатов Америки, которые, да, помогли Украине, да, и в целом силам Запада, цивилизованным странам, да, уничтожить 50% техники Российской Федерации. Если мы говорим о таком подходе, да, то как вы считаете, даже экономически, да, вот тут стоит рассчитывать на то, что страны Запада, да, в этом будут видеть дальнейший исход, что и экономнее будет не ждать, а действительно работать на победу Украины. Ну, тут пояснительная работа нужна, как говорят, пояснительная бригада, причем активно работающая во всех странах Западной Европы. В Швейцарии все хорошо, у них нейтралитет, у них все здорово, к ним никто не вторгается, поэтому для них эта угроза, она какая-то, что вы рассказываете, это как Толкин, там, Властелин колец, где-то далеко, мы где-то далеко. Для немцев, ну, вот только-только это осознание пришло, а до этого тоже было все очень далеко, для поляков было все далеко. Просто есть такая эфемерная штука, кажется, что как только ты переезжаешь границу,
границу там, Львов, господи, Львовской области и Польша, все, ты в домике, тут НАТО, тебя все защитят, все здорово, здесь ракеты не летают, а это где-то там. И чем дальше на запад, тем чувство защищенности, оно возрастает, и все здорово, все классно, Украина где-то далеко, опасность где-то там. И вот надо, чтобы каждый политик каждой страны Евросоюза это понял на себе. Поляки прекрасно понимают, да, там есть нюансы экономические. Страны Балтии просто, они вот кожа на себе ощущают дыхание вот этого вот медведя каждый день, они понимают, что может быть угроза. Да, мы не говорим, что, например, моментально могут захватить Эстонию, могут попробовать отрывать, например, район за районом, постепенно. Вот постепенно, как пирожочек, отъедая, откусывая, объедая, может быть такая тактика. Вот буквально вчера были сообщения о том, что были проблемы с... со связью в отдельных регионах Польши, Литвы, Российская Федерация включила станции радиоэлектронной борьбы. То есть это может быть как такие первые звоночки угрозы со стороны Российской Федерации. Да, наши все политики поняли, проголосовали. Ну, есть популисты, к сожалению. Когда вот есть такая классная фраза: «Хорошие времена рождают слабых людей. Слабые люди порождают трудные времена». И так далее, поехали. К сожалению, пока все хорошо было в Западной Европе, никто не готовился к войне, никто не вооружался. И, к сожалению, для них это вот все очень далеко. Ну, судя по всему, постепенно приходит понимание, но долго. Иван, вот президент Латвии Ринкевич, он целые выложил по пунктам, к чему надо быть готовым, к чему готовиться. То есть там и усиление границы, и противодействие пропаганде. Но вплоть до того, что, знаете, такое ощущение возникло, что скоро в Европе будет всеобщая воинская обязанность, как в Израиле. То есть вот эти вот подготовительные моменты, это вот информационная составляющая, что европейцы все-таки готовят себя к какого-либо агрессии России. Поможет ли это неким образом, поможет ли это вот осознание еще и Украине, как вы считаете? Ну, еще раз, хочется верить, но, опять же, там есть масса моментов, вот, выборы постоянно, какая-то смена риторики, смена политиков, это же от людей зависит, люди выбирают политиков, риторика которым больше нравится. Есть страны, которые больше поддержат Украину, есть, которые меньше. Вот, например, мы получили еще в довесок к Венгрии еще одну страну с премьером Робертом Фицо, который не очень поддержит Украину мягко. Есть страны, которые латентно, так скажем так, не поддержат Украину. Вроде бы как на виду. Все окей, мы с вами, но там тоже есть проблемы определенные в коммуникации. Ну, к сожалению, еще раз, Западная Европа, она слишком разрознена. Нет какого-то одного большого лидера, драйвера. Да, Германия — это экономический драйвер, а Франция пытается быть дипломатическим драйвером, выступать. Но вот консолидированной позиции не бывает. И, к сожалению, в некоторых вещах Российская Федерация через диктатуру переигрывает, пытается разъединить, разломать какие-то конструктивные связи между странами и в том числе навредить помощи Украине. Как, по вашему мнению, в дальнейшем, да, будет решаться вопрос о помощи, предоставляемой Соединенными Штатами Америки, да, с учетом последних встреч, которые были проведены на уровне, да, и главы Белого дома с представителями Конгресса и Сената Соединенных Штатов Америки, да? Вот каковы ваши ожидания того, как в дальнейшем будет решаться вот эта история с помощью Украине? Ну, как мы понимаем, в этой пакете не только помощь и поддержка Украины, но, в частности, там речь идет о поддержке Израиля, да, и Тайваня, ну и, соответственно, это все идет скопом в тех соглашениях, которые должны достигнуть стороны и в рамках такой миграционной политики США. Так, смотрите, вот то, что я узнаю, в рамках этой миграционной политики выступил представитель, спикер даже Сената, МакКоннелл, да, если не ошибаюсь, и сказал, что очень конструктивная беседа была с президентом США, очень конструктивная. Я очень доволен тем, что произошло, как мы поговорили. Вероятность утверждения помощи Украине больше, чем 50%. Это намного больше, чем было, вероятность, чем было ранее. То есть есть все наметки, есть все позитивные сдвижки. Но, опять же, все будет решаться только в зале голосования. Только демократическим путем, только голосование. Не проголосуют — не будет помощи. Проголосуют — помощь поедет, деньги найдут, ассигнуют. То есть здесь нужно договариваться. Я не готов сказать, почему
такая жесткая позиция Белого дома по этой стене. Это внутренняя политика, но, тем не менее, к сожалению, это сказывается на Украине. Хотелось бы, чтобы эта помощь была утверждена еще в декабре, 3 декабря 2023 года, как это планировалось. Видите, как тягивается 18-е, 19-е, уже половина, больше половины января месяца прошло. Ну, ожидаем. Мы от США очень сильно зависим. Иван, но если мы говорим о помощи наших союзников, то, само собой, это не только военная помощь. Вот смотрите, создание совместных предприятий военно-промышленного комплекса в Украине. Совместных, я имею в виду, с европейцами, с американцами. О составляющей безопасности понятно. В чем экономическая выгода вот такого сотрудничества с Украиной у стран Европы, той же Америки? Ну, здесь, смотрите, дешевле рабочая сила, как ни крути. Ну, так неправильно говорить, рабочая. Ну, хотя, да, экономическая рабочая сила, можно платить немного меньше нашим людям, потому что у нас уровень жизни, к сожалению, меньше, чем в Соединенных Штатах, и на этом делается экономическая составляющая этого производства. С налогами здесь проще, чем в Соединенных Штатах Америки, поэтому, возможно, бизнес будет для них смотреться проще. Понятно, есть какая-то коррупционная составляющая, неприятно, но она есть. Я думаю, что мы ее сможем победить. Ну и мы получим производство разнообразнейших боеприпасов и техники вот непосредственно у нас. Да, там предмет договоренности, сколько будет, например, уходить на страны Западной Европы изготовленной техники, сколько оставаться у нас. Какие договоренности, какие зачеты, это все потом, это все в будущем, это все будет, но самое главное, что есть, еще раз, договоренности фундаментальные, и разнообразнейшие производства планируют открывать, и уже где-то дошли до серьезных уровней, не будем об этом говорить, но это все работа, это все кропотливая работа, это на года. Никто не говорит, что война будет годами, но восполнять наши запасы мы должны тоже долго. Никто не говорит, что мы за полгода все восстановим и все. Это потом будет много тренировок с использованием этих боеприпасов, снарядов этой техники, плюс учет опыта использования, вернее, количества снарядов, например, ежедневно. Сколько там? 2000 снарядов сейчас у нас используются ежесуточно. У нас. Это минимум, это мизер. То есть мы должны исходить, наверное, из 10 тысяч снарядов в день и, например, поставить себе планку, чтобы мы в случае какого-то вторжения могли продержаться 2 года исключительно на своих запасах с таким темпом войны. Вот и делаем поправку. Смотрите, вот мы озаглавили в начале, да, нашего разговора, но тема у нас так звучит: исход войны решит судьбу мира. Но мы здесь ссылаемся, да, на заявление, которое озвучил глава военного комитета НАТО, да, Роб Бауэр, соответственно, и мы делали сюжет по поводу этой истории. И он там отмечает, что Россия начала войну не из-за каких-то угроз. Ну, мы это понимаем, да, потому что то, что все звучит из ртов, да, кремлевских разных там сторонников и кремлевской клики, понятное дело, что это надо делить даже не на 2, а на 0, скорее всего, потому что там правды абсолютно нету. Никто России не угрожал. Но Бауэр говорит о том, что Россия боится, знаете, вот угрозы, которая более мощная, чем какое-то либо оружие. Да? Он говорит о демократии. Вот этого боится Российская Федерация. И он отмечает, что вот, да, люди в Украине, они хотели бы жить и хотят жить вот по этим демократическим принципам. И он проводит параллель, что это произойдет действительно. Если мы ликвидируем угрозу со стороны Российской Федерации, то это произойдет. И это будет, соответственно, создавать угрозу для самой России, поскольку там якобы также захотят. Ну, увидят, да, примеры, а почему бы и нет? Зачем нам Путин, если мы хотим жить лучше, да, а не во взрывающихся канализационных там люках или там каких-то коммунальных службах и так далее, и так далее. Ну, то, что сейчас происходит, мы об этом, кстати, еще поговорим в эфире. Так вот, Иван, как вы считаете, по вашему мнению, есть такая определенная корреляция? Посмотрят, увидят есть. И поймут, что вот не тот уже царь, батюшка. Вот надо с ним пора заканчивать. Абсолютно верно, я согласен. Слушайте, ну, все же делается на контрасте. Вот как Российская Федерация играет? Вы что, хотите, чтобы было как в Украине? Война. Майдан, уй! Кто это сделал? Да кто это сделал? То есть дело Российской Федерации, войну, разруху поставили, ну, вернее, как понятно, что Янукович был, это наш выбор, мы его выбрали, но он был пророссийский, нам он не понравился, мы захотели его убрать, это наше право. Мы же не убирали вашего Медведева, вашего Путина, мы убирали своего. Вот мы не понравился, выбрали его, погнали его, это право украинского народа. Вот там, избирают там, народных парламентариев, каких-то районных депутатов, потом не понравилось, погнали их грязными тряпками, наше право. Нет,
решили сыграть на контрасте. Вот видите, какая разруха в Украине, вот видите, как все плохо. Вы хотите, как у них? Ну и, конечно, среднестатистический глубинный народец говорит, нет, конечно, Путин — это стабильность. Мне вот интересно, когда они говорят, коней на переправе не меняют. Так что ж у вас такая за переправа? 23 года уже, 24 года. Что ж такое? Что ж вы там никак переправиться не можете? Все потерпеть нужно, все подождать, все поднатужиться. На стыке эпох ни одно поколение может провалиться. Вот уже там, сколько поколений провалится в Российской Федерации? Пацаны у вас умирают 2000 года рождения на этой войне. 2005 года рождения. Карл, вдумайтесь. При Путине родился, при Путине, извините, сдох. Обалденное достижение. Молодец. Уважаю. А, точно. Иван, спасибо вам большое. Спасибо, так, да, такая. Спасибо, спасибо. Да. Это мажорная нота или нет? Ироничная аналитика. Прекрасно. Иван, спасибо еще раз большое. Иван спасибо. Ступак, спасибо. Военный аналитик, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004-2015 годах, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.